столице Якутии ведутся работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». При поддержке городских властей парк многопрофильного предприятия «Якутдорстрой» весной этого года пополнился современными моделями автодорожной строительной техники. Глава городского округа города Якутск Евгений Григорьев поставил цель усовершенствовать «Якутдорстрой», сделать предприятие полного замкнутого цикла обслуживания дорог столицы Якутии по принципу «сам строю, сам обслуживаю». У нас «Якутдорстрой» в этом году впервые участвует в реализации национального проекта, является, значит, пока субподрядчиком, потому что по опыту не проходит каким подрядчик, работает на улице Халтурина и, значит, на улице Советской в Мархе. С точки зрения, значит, основной деятельности «Якутдорстроя» по ямочному ремонту весь объем уже выполнен, и, соответственно, мы понимаем то, что обновление техники – это позволило улучшить качество и увеличить скорость, значит, и зайти в национальный проект. Из года в год мы будем наращивать эти компетенции. В итоге планируем, значит, в скором времени получить полноценное предприятие, которое может полный цикл дороги проводить. То есть построить и эксплуатировать. Это позволит нам перейти на контракты жизненного цикла. То есть кто построил, тот и эксплуатирует, и отвечает за дорогу там, в течение всего времени. Акционерное общество «Якутдорстрой» в качестве подрядчика работает в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги города Якутска». На улице Халтурина города Якутска ведутся одновременно несколько видов работ. Укладка бордюрного камня, асфальтирование тротуара, ремонт и замена водоотводных каналов. «Якутдорстрой» применяет новую технику по срезке асфальта. Фреза «Бамак» отличается простотой обслуживания, обладает высокой универсальностью, отлично подходит для снятия асфальтобетонных покрытий, особенно в условиях стесненных рабочих площадок. Электроника там равняет фрезу, которую снимает барабан. Он и уклон, и глубину. Автоматически он сам себе, там включаешь автомат, сам себе снимает. Тебя сколько слой надо, ну там, соответственно, с уклоном. Поднимает, спускает, включаешь, он уже думает, как надо. У меня ориентир в основном в бордюре. Вот по бордюрам смотрю, да, уже там мне вот, уже понимаю, сколько надо снимать, сколько надо добавить, сколько там же у них есть место. Ну, мне ориентировочно бордюр это. У вас же мерзлота, грунт играет, поэтому трудно равнять. Здесь сложно работать. У вас грунт не такой, не позволяет, чтобы побыстрее работать. Тяжело работать на него здесь, потому что резко у вас поднимается основание, резко спускается, а он так резко не может сразу пускать. У него надо там 10 метров, чтобы потихоньку спускаться. Поэтому получается, иногда надо ручную работать с ним. Я работал в Москве, Твере, Челябинске. Курске, везде работал, в Хабаровске. У вас, смотрите, вот если сделать 100% дорога, да, 100%, ну, весной по-любому там ямы появляются, там же у вас поднимается грунт, спускается. Поэтому так дорожники не виноваты, так просто надо понять, что мерзлота у вас. Там, к примеру, на федералке, да, мы сделали за час 1000 квадратов, да, к примеру, а здесь сделаешь 300 квадратов. Скорость уже не может так быстрее сделать. Здесь надо вот не спеша, чтобы успел подниматься, спускаться барабан, ну, на фрезу. Так что, а там, может, там 300 метров такой ямы не будет. Вообще-то, дороги главное, вот, чтобы все организовалось правильно. Каждый человек должен иметь свою работу и знать, за чего отвечает. Если все знали, да, это вообще быстро получается. «Якутдорстрой» производит ремонт улицы Советская в Мархе в пригороде города Якутска методом холодного ресайклинга. Технология холодной регенерации позволяет производить ремонт с полным использованием старого асфальтобетонного покрытия. Дорожная техника измельчает старое покрытие, в массу вводится вяжущий портланд-цемент. В результате получается прочное долговечное дорожное основание. В данное время мы... Идет устройство основания из щебеночной подушки, а также уже приступаем к ресайклингу, так сказать, метод холодной регенерации грунта, то есть замешивание с цементом непосредственно для лучшей стабилизации основания. После ресайклинга уже пойдет асфальтобетон, уже асфальт будет.
Водоотведение как таковое будет естественным путем. Ну, то есть продольный, поперечный уклон трассы. Да, идем по графику, даже частично с опережением. Таким образом, в столице Якутии применяются новые современные технологии по ремонту и строительству дорог. Работы ведутся без полного закрытия дороги на ремонт. Это одно из нововведений якутских дорожников. Раньше постоянно закрывались дороги города Якутска, иногда на несколько месяцев. Якутдорстрой на период ремонта дороги предупреждает о проведении дорожных работ. При этом автобусные маршруты города Якутска и Мархи работают в прежнем режиме.